Японка Кане Танака официально признана старейшей жительницей планеты. 9 марта 2019 года ей исполнилось 116 лет 66 дней. Согласно не вызывающим сомнений документам, она появилась на свет недоношенной 2 января 1903 года в японской префектуре Фукуока. Она была седьмым ребенком в семье. В 22 году она вступила в брак, в котором у ней родились четверо детей, и еще один ребенок был усыновлен. Ее муж и один из сыновей погибли на фронте во время Второй мировой войны. Всю жизнь, вплоть до выхода на пенсию, Кане Танака проработала в бакалейном магазине, доставшемся ей в наследство от мужа. В возрасте 103 лет ей диагностировали рак кишечника, но она благополучно пережила операцию.